Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда взялась Вселенная? Этот вопрос волновал человечество на протяжении тысячелетий, порождая бесчисленные мифы, легенды и научные исследования. А куда она движется? Будущее Вселенной так же таинственно и увлекательно, как и ее происхождение. Это одни из самых грандиозных вопросов, которые когда-либо задавало себе человечество. От древних цивилизаций до современных ученых стремление познать космос было движущей силой человеческого любопытства. Веками мы смотрели на звезды и размышляли о своем месте в космосе. Древние астрономы использовали примитивные инструменты для составления карт небес, в то время как современные ученые используют передовые телескопы и спутники. Одна из самых интригующих идей о Вселенной заключается в том, что она может быть зажата в бесконечном цикле рождения, смерти и возрождения. Эта концепция бросает вызов традиционному представлению о единственном начале и конце. Представьте себе Вселенную, которая постоянно расширяется и сжимается, подобно ритмичному биению космического сердца. Эта цикличность говорит о том, что Вселенная намного динамичнее и сложнее, чем мы могли себе представить. В этом и заключается суть теории Большого Отскока. В отличие от Большого Взрыва, который предполагает одномоментное взрывное начало, Большой Отскок предполагает серию расширений и сжатий. В этом грандиозном космическом балете Вселенная — это не одноразовое событие. Напротив, это непрерывный цикл творения и воссоздания, где каждый отскок ведет к новому этапу космической эволюции. Эта идея открывает новые возможности для понимания природы времени, пространства и самого существования. Это умопомрачительная концепция, которая бросает вызов нашему пониманию времени и пространства. Теория Большого Отскока приглашает нас переосмыслить все, что мы знаем о жизненном цикле Вселенной. Итак, пристегните ремни. Мы отправляемся в волнующее путешествие по космосу. Мы окунемся в тайны Вселенной, исследуя теории, раздвигающие границы человеческого знания. Мы исследуем увлекательный мир теории Большого Отскока, где Вселенная находится в вечном танце расширения и сжатия. Присоединяйтесь к нам, чтобы раскрыть секреты этой бесконечной истории, сказки, старой как само время. Прежде чем мы углубимся в теорию Большого Отскока, давайте вспомним теорию, которую вы, возможно, уже знаете – Большой Взрыв. Это преобладающая модель происхождения нашей Вселенной. Представьте себе крошечную, невероятно плотную точку, содержащую всю энергию Вселенной. И вдруг она взрывается. Этот взрыв, большой взрыв, произошел около 13,8 миллиардов лет назад. Теория Большого Взрыва объясняет, как Вселенная расширялась и остывала из этого первоначального горячего, плотного состояния. Она также объясняет образование галактик, звезд и планет. Это невероятная история космической эволюции. Однако Большой Взрыв не говорит нам, что было до взрыва или что может произойти в далеком будущем. Вот тут-то и вступает в игру теория Большого Отскока. Теория Большого Отскока ведет нас по другому пути. Вместо того, чтобы закончиться тихим угасанием, Вселенную ждет драматическая судьба, большое сжатие. Представьте, что расширение Вселенной замедляется, а затем идет в обратном направлении. Гравитация берет верх, притягивая все обратно друг к другу. Галактики начинают сталкиваться, звезды врезаются друг в друга, и Вселенная становится плотнее и горячее. Это как перемотка Большого Взрыва, но вместо того, чтобы расширяться наружу, все сжимается внутрь. Этот окончательный коллапс и есть большое сжатие, важнейший этап цикла Большого Отскока. А вот тут-то и начинается самое интересное. Большое сжатие — это еще не конец истории. Вместо финала — это новое начало.
когда Вселенная сжимается в невообразимо малую точку. Происходит нечто экстраординарное. Она отскакивает назад. Этот отскок, большой отскок, знаменует собой начало нового цикла. Новая Вселенная взрывается наружу, расширяясь и остывая, в конечном итоге образуя галактики, звезды и планеты. В этой модели у Вселенной нет ни начала, ни конца. Это непрерывный цикл расширения, сжатия и возрождения. Глава 5. Космическая инфляция. Расширение со скоростью света. Чтобы лучше понять большой отскок, нам нужно разобраться с понятием космической инфляции. В первую долю секунды после большого взрыва или большого отскока Вселенная расширилась невероятно быстро. Это как надуть воздушный шар размером с атом до размера грейпфрута за мгновение ока. Это стремительное расширение, называемое инфляцией, помогает объяснить, почему Вселенная выглядит такой однородной во всех направлениях. Это как разглаживать мятую ткань, пока она не станет гладкой. Космическая инфляция является ключевым компонентом как теории Большого Взрыва, так и теории Большого Отскока. Глава 6. Квантовая механика. Законы крошечной Вселенной. А теперь давайте приблизимся к самым мельчайшим масштабам, какие только можно вообразить, к царству атомов и субатомных частиц. Здесь законы физики, какими мы их знаем, начинают нарушаться. Этим микроскопическим миром управляет совершенно другой набор правил – квантовая механика. Квантовая механика странная и нелогичная. Она говорит нам, что частицы могут находиться в нескольких местах одновременно, и что пустое пространство на самом деле представляет собой бурлящий суп из виртуальных частиц, то и дело возникающих и исчезающих. В экстремальных условиях большого сжатия квантовые эффекты могут приобрести важное значение. Некоторые ученые считают, что квантовая механика может помешать Вселенной сжаться в бесконечно малую точку. Вместо этого квантовые эффекты могут создать силу отталкивания, которая остановит коллапс и вызовет отскок. Глава 7. Вселенная циклов. Последствия теории Большого Отскока. Теория Большого Отскока имеет серьезные последствия для нашего понимания Вселенной. Если она верна, то наша Вселенная не уникальна. Это всего лишь одна Вселенная в потенциально бесконечной череде Вселенных, каждая со своими уникальными свойствами и историей. Эта идея циклической Вселенной также бросает вызов нашему восприятию времени. Если Вселенная продолжает отскакивать, время может быть не линейным, а циклическим. То, что мы воспринимаем как начало и конец Вселенной, может быть всего лишь двумя точками в бесконечном цикле. Глава 8. Доказательства и препятствия. Что мы знаем, а чего нет. Хотя теория Большого Отскока интригует, важно помнить, что это все еще гипотеза. Эта теория предполагает, что наша Вселенная могла возникнуть в результате коллапса предыдущей Вселенной, что привело к циклическому образцу расширения и сжатия. Ученые активно ищут доказательства, подтверждающие или опровергающие ее. Они используют передовые телескопы и космические обсерватории для сбора данных из самых отдаленных уголков космоса. Одно из доказательств, которые они ищут, это реликтовое излучение. Это излучение является остатком ранних стадий нашей Вселенной, предоставляя важнейшую информацию о ее происхождении. Это слабое послесвечение Большого Взрыва дает своего рода моментальный снимок ранней Вселенной. Изучая это послесвечение, ученые надеются найти закономерности или аномалии, которые могли бы указывать на предыдущий космический цикл. Ученые тщательно анализируют это излучение, ища любые ключи к разгадке, которые могли бы указывать на предыдущую Вселенную или отскок. Они используют сложное программное обеспечение и алгоритмы для интерпретации данных,
выискивая тонкие сигналы, которые могли бы подтвердить теорию большого отскока. Однако существуют и серьезные препятствия, которые необходимо преодолеть. Физики-теоретики сталкиваются с многочисленными проблемами при согласовании существующих моделей с теорией большого отскока. Например, мы не до конца понимаем физику большого сжатия или то, как именно происходит отскок. Большое сжатие — это гипотетический сценарий, при котором расширение Вселенной в конечном итоге сменяется сжатием, что приводит к коллапсу. Нам нужна теория квантовой гравитации, которая объединила бы общую теорию относительности с квантовой механикой, чтобы описать экстремальные условия отскока. Эта единая теория помогла бы нам понять поведение материи и энергии при невероятно высоких плотностях и температурах, что имеет решающее значение для теории большого отскока. Глава 9. Большой отскок против большого взрыва – две конкурирующие теории. Итак, как большой отскок соотносится с большим взрывом? Давайте подробнее рассмотрим эти две захватывающие теории. Обе теории пытаются объяснить происхождение и эволюцию Вселенной, но предлагают разные точки зрения. Теория большого взрыва предполагает, что Вселенная возникла как сингулярная, невероятно горячая и плотная точка, которая затем быстро расширилась. Большой взрыв — это хорошо обоснованная теория, подтвержденная многочисленными данными наблюдений. Сюда входят реликтовое излучение и красное смещение галактик, что указывает на то, что Вселенная все еще расширяется. Однако она не объясняет, что существовало до большого взрыва или что произойдет в далеком будущем. Это оставляет без ответа многие вопросы о конечной судьбе Вселенной. Большой отскок, с другой стороны, предлагает более цикличный и потенциально вечный взгляд на Вселенную. Согласно этой теории, Вселенная проходит через ряд расширений и сжатий, или отскоков, а не через однократное событие творения. Она предполагает, что наша Вселенная может быть всего лишь одной главой в эпической космической истории. Каждый цикл потенциально может привести к появлению новых физических законов и констант, делая каждый отскок уникальным. Спор между этими двумя теориями продолжается. В то время как большой взрыв имеет больше наблюдательной поддержки, большой отскок предлагает интригующие возможности, которые бросают вызов нашему пониманию космологии. Ученые продолжают собирать данные и совершенствовать свои модели, чтобы лучше понять конечную судьбу Вселенной. Передовые телескопы и космические миссии играют решающую роль в этих усилиях, поскольку они предоставляют данные, необходимые для проверки этих теорий и потенциального открытия новых знаний о космосе. Глава 10. Заключение. Будущее Вселенной. Теория большого отскока предлагает захватывающий взгляд на Вселенную, которая постоянно развивается и обновляется. Она бросает вызов нашему пониманию природы времени, пространства и самой Вселенной. Хотя у нас пока нет всех ответов, стремление понять наше космическое происхождение — это путешествие, полное чудес и открытий. Будущие наблюдения и теоретические прорывы могут однажды показать, суждено ли нашей Вселенной пережить большое сжатие с последующим большим отскоком, или же нас ждет другая судьба. До тех пор мы можем лишь восхищаться необъятностью космоса и невероятной силой законов, которые им управляют.